человека может быть величайшая в мире идея, совершенно новая и способная многое изменить, но если этот человек не может убедить других людей, то она ничего не значит. Георгий еще не полноценный сотрудник компании. Здесь он проходит стажировку и надеется, что в будущем станет их полноправным коллегой. Те знания, которые дают в университете, они довольно-таки скудные. И зачастую получается, что при приходе на работе надо знать намного больше. И эти знания можно получить только на посещении, как бы, по получению опыта. Поэтому эта программа очень, я считаю, необходимой в нашей стране. А мечта Георгия осуществилась благодаря программе агентства США по международному развитию USAID. О том, что есть возможность присоединиться к проекту кредита на образование, проводимой ассоциацией учреждений образования EdNet, Георгий узнал в интернете. Заполнил все необходимые документы, его кандидатуру выбрали из тысяч других таких же студентов. Вначале я информацию прочитал на сайте, заинтересовался, заполнил резюме, отнес все документы, написал эссе. Затем меня пригласили на собеседование, я прошел собеседование, как бы мне предоставили возможность пройти практику в реальной компании, то есть получить реальный опыт. Георгий – студент 4-го курса Кыргызско-Российского славянского университета. Хотя программа стажировок USAID работает уже порядка 2 лет, далеко не всем студентам удается пройти отбор. Слишком большая конкуренция. Ассоциация учреждений образования EdNet реализует совместно с USAID и Фондом Евразии и Центральной Азии совместную программу. Программа называется Student Loans или кредиты на образование. По открытию доступа талантливых студентов к обучению, к качественному образованию. И в рамках вот программы мы реализуем компонент программа стажировок по развитию эффективных взаимодействий, связей вуза и работодателя. В рамках данного проекта обучение в вузах стало доступно для многих студентов, таких же, как и Георгий. Кроме того, были организованы ярмарки вакансий, где сотни студентов смогли найти себе достойную работу. Но пока у Георгия более приоритетная задача. Через год у него защита диплома.